Хлопці та дівчата, дивіться, отака антена на нестандартні частоти. Скажімо так, ну це не для секрету, не секрет уже для врага, де хто працює, це 700-й діапазон, 750 і так далі. Тобто у нас були маленькі 5-елементні, були огромні такі швабри. Це компроміс, тобто у нього длина метр. Длина метр. Очень хороший коэффициент усиления, а самое главное, у нее очень широкая полоса. То есть она подходит как раз на нестандартные частоты. Сейчас покажу по анализатору, насколько там, насколько широкая полоса. И все, кто в теме, могут понять и понимают, куда и как можно использовать данную антенну. Вот, поэтому сейчас покажу на анализаторе ее характеристики. Вот, а вы уже делаете выводы, куда вы можете ее использовать. Сейчас покажу. Так, дивіться, вот она стоит у нас. Смотрим. Смотрите на ее характеристики. Видите, да, 750. 1,1. Видите, насколько широкие? Вот смотрите. То есть, ну, возьмем 1,6 КСВ. Вот 1,5. 832. 1,6, 832. То есть можно считать, она может работать от 832 МГц и аж до, смотрите, смотрите, какое чудо. Видите, да? Сейчас 1,6 будет, 1,5, вот. До 572, чтобы вы понимали, да? Вы можете смещаться по это, в этом диапазоне 572 и 800, сколько там у нас, используя эту антенну. Вы можете в этом диапазоне работать от 500 до 800, работать в любом, на любой частоте, абсолютно. Без возможности убить свой передатчик. Ну и, соответственно, будете принимать на этих частотах то, что вам надо принимать. Как-то так. Так что вот такие вот антенны сейчас есть в наличии. Мы сделали. Сделали хорошие люди. Вот. Так что, если кому надо, заказывайте. Под роликом будет адрес, номер, сигнал. Телеграм. Можете заказывать. Коэффициент усиления большой. Вот. И антенна хорошо себя показывает в бойових условиях. Так что, если комусь потрібно працювати на нестандартных частотах, замовляйте. Всем всего найкращого, всем три, до побачення. Слава Україні! Путін хуйло!